Доброго времени суток, народ. С вами, как обычно, Джесс, и я нашел последний кусок лазерного резака и решил отсюда начать в таком случае. Вот, собственно, я... Мне его посчитало? Мне его, похоже, не посчитало. Ну-ка, давайте проверим. А почему? А, нет, все нормально. Посчитало. О чем это я? Я поплыл достать себе... все необходимые ресурсы, чтобы в серии не собирать это, и, в общем-то, пока что тогда отключаюсь, как наберу все, что считаю нужным, вернусь. Так, ну и, в общем-то, как обычно, поплыл в одну сторону, приплыл в другую. Капсула номер 17, та самая, которая около пещер упала на дно. Так, лазерный резак, который у нас уже есть, и здесь... Естественно, пусто, и, похоже, чтобы их не атаковало, оно... Отстань. Оно, увы, преуспело. И давайте проверим. Ну да. Никаких записок внутри тоже почему-то нету. Ладно. Прощайте, ребята. Поплыли дальше. Так, и вот я здесь. Кстати говоря, я чуть было не забыл, но это же серия, которая выходит 1 января, а стало быть, с Новым годом у вас, черти. Так, яйцо существа, окей. 2018 подкрался незаметно. Так, ладно, давайте строиться. Немножко. Ой. А что так криво? Ну ладно, на углу, значит. Так, и откуда нам нужен доступ? Наверное. But never forget that it is not. Ну, спасибо тебе, робот. Кстати говоря, я, по идее, за кислородом могу в мотылёк плавать и не заниматься какой-то вот фигней с подъемом на поверхность. Что-то я туплю. Я вот так немножко подаль оставил, чтоб не мешался. Я кварц-то взял? Или я это... Нет, я взял кварц. Давайте, наверное, вот тут тогда приделаем люк. Нет, стоп. Точку доступа, ну да, все правильно. Ну куда-нибудь сюда вообще что. Ну да, пойдет. Ну и. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Вот да, я хотел отметить именно это. Нету энергии. Нету энергии, значит нету воздуха. А если нет воздуха, все плохо. Так, что у меня по... Так, свинцо, пацаны. Свинцо еще все нормально. Давайте мы лучше сами подберем. Тут увидел под ногами. И вот еще, по-моему, да? Да. Так, как мы поступим? Сейчас мы построим, наверное, еще два этажа над этим. Или... Нет, не будем. Board mission. Типа того. Да что ж я постоянно интернет открываю на автомате. Ага. Вращение у нас таким вот образом происходит. Не понял. Нужно сначала достроить, а потом я смогу к нему присобачить, да? Или не смогу? Блин, не смогу. Херовое дело, ладно. Так, давай-ка мы тебя поближе подгоним. Я не помню, как разбирать. О. Хорошо, вернулся. А, вот. Нормально, то есть оно сразу с коридором построится. Хорошо.
Все, больше у нас нету. Я бы куда-нибудь отсюда ее на самом деле присобачил, ну или я не знаю, может быть. Может быть, надо вертикальный туннель сделать отсюда, например. А, понятно, он так не делается. Хорошо. Так вот, о чем это? Давайте-ка я еще титана тогда соберу, что-то он как-то очень быстро кончился. Они то ли дороже стали, то ли еще что-то. Я, по-моему, раньше меньше тратил на эти. Ну, это когда было, я, в общем-то, могу уже и вообще ничего не помнить. Так что, да, я скоро вернусь. Ну и, конечно же, с чего бы вдруг игре позволять мне спокойно что-то делать? Scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. It's our best shot. We've sent you the coordinates. We'll be there in 2 days' time. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Вот этот номер. Отмечено как опасное? Мне кажется, ли тут что-то не так? Ну, в смысле... Ребята, ой. Классный богос, забавный. Это... Если я правильно понимаю... Да. Я был не в ту сторону. Да, кстати говоря, мотылек, он, видимо, вот именно поэтому. Потому что он умеет вот так делать. Это кусок Авроры. Блин, а... Там левиафаны, как я там что-то должен делать, скажите мне? Я не хочу там что-то делать. Я вообще-то не хочу. У нас потихонечку садится батарея, кстати говоря, в нижнем правом углу написано. Меня это немножко беспокоит. Так вот, о чем это? Я тут наделал... Ну, я при вас, по-моему, это сделал, честно. Титана. Надо его использовать. Еще я захватил... Ну, в принципе, всего, что нужно для того, чтобы... Для того, чтобы немножко запустить работу нашего жилища. Че не хватает? Меди? Да, меди не хватает. Ну ладно. Потом. Мне пока что не нужно полное функционирование. Привет, привет. Так, хорошо. Нам нужно установить здесь сборщик, я думаю. Чтобы не мотаться непонятно куда за ним. И вот это вот добро нужно как можно быстрее поставить. Что? А, переборки. Интересно, а может затопить вообще к херам собачьим базу? Так, готово. Сборщик есть. Шкафы. Изготовитель аптечек. Устройство для батарей зарядное. Угу. Шкаф. Но это не сюда. Я не умею, да? Да, я не умею всякие клевые штуки делать. Это плохо. Из жилища качает насос. А зачем нам из него качать? В идеале, конечно, ядерный реактор сделать бы. Я так понимаю, пока особо не на что. Так, комплект продов для миндяшки. 2 серебра. Ты на что вообще смотрю-то? Я капец какой собранный. А, вот.
2 медяшки, 2 серебра. Знаете, что нужно сделать? Я сделал такую фигню специально, чтобы перестать наконец терять. Перестать наконец терять эту базу, потому что я очень трудно сюда каждый раз добираюсь. Трудно и с матюками. Ладно, давайте сядем на металлюк, сплавим до капсулы, заберем все, что нужно. Сколько у нас титана? Титана хватает. Такая сегодня правильная серия для 1 января. Тихо, спокойно, никуда не торопясь. Мы на место встречи с солнечным лучом с вами сплаваем, я думаю. Но я боюсь, что и там левиафаны, и ничем хорошим это не закончится. Так, золото, я думаю, мне пока не нужно, а свинец я могу прихватить. Так, здесь что? Еще пара свинца, да? Давайте возьмем. Пара серебра. Нужно лететь. На укрепление, думаю, нет пока. В смысле? Я же только что. Нет, не только что. Это плохо. Так, здесь еще съедобно. Ну, в смысле. Так, нужно внутрь. Да, здесь вроде ничего больше нужного нет. Так, жидкости рядом там поймаем, я думаю. Где мотылёк? Нет. Кстати, вот эта вот капсула, которая типа упала на дно рядом с пещерой, мы же ее осмотрели. Что такое? А, это цвета можно менять. Блин, тогда надо вот так сделать. Ой. Нет, не вверх. Так. Удобно. Надо признать. Так, а тут... сталкеры охотятся. В общем-то, а вот. Вот. Вот именно вот эти ребята мне и нужны. Оп. Попался. Маленький. Так. Тихо там. Где вы вообще? Хищные сукины дети жрут все, что им попадет. Отбирают мою пищу в прямом смысле. Вообще, я бы только приветствовал, если бы биомы как-то немножко двигались. Блин, если бы был вариант, что сюда приплывет этот, как его, жнец или что-нибудь в этом роде. Я себя чувствую просто абсолютно безопасно здесь. Ну, плавают сталкеры, ну, че я сталкеров не вижу. Я как-то обескуражен слегка результатом своих поисков. Где рыбы-то все?
Я вроде особо в этом районе не усердствую. О, а вот и пузырь. Попался. Все, поплыли. Надо попить. И не только попить. Иди сюда. Сюда иди, блин. Да что ты говоришь? Я же его, по-моему... Ну ладно. Я, по-моему, его сканировал в какой-то из разов. Хорош трепахаться. Становись водой. Так. Этих тоже жарим, ребяток. Хорошо. Пустовато здесь как-то. Исправить надо. Пьем. С едой, кстати, говоря, все еще очень плохо. Поэтому... А, зря. Точно. Он, кстати, мерзко гудит, поэтому... Поэтому было бы очень неплохо, если бы я догадался его где-то в другом районе сделать. Но уже поздно. Так. Здесь будет аквариум. Только мне его не на что сделать, это меня беспокоит. Точнее, не то чтобы не на что, я... Я могу пока что стационарное сделать, да? Вот это, наверное, здравая идея. Чего? Но пусть он тут гудит пока что, а мы подумаем. Кварц. Ну, окей. То есть уже не сдохнем, хорошо. Буду ходить и гудеть им теперь. Стекло сделаем. Два. Два не получится. Кварца не хватает, да? А на аквариум нужно... Хорошо, я доволен. Возможно, стоит... Ну ладно, нет, это уж совсем сильно поломает атмосферу, я не буду. Так, вот давай-ка ты не будешь тут, блин, трогать мой мотылек. Сука. Такая. Что за дела вообще, вы это видели? Они кем себя возомнили? Нет, это моя планета. Как думаете, сколько... Оп. Тихо, иди сюда. Как думаете, сколько плыть до... Че, проблемы? Проблемы, да, сука? Ой, давай, иди сюда. Тебя на нож приму. Плыви давай, блин. Так вот, о чем это? Как думаете, сколько 1,5 километра плыть до места посадки этого? Я не знаю. Это нехорошо. Что такое? Биореактор. Я, по-моему, его уже... Да. Ну, все равно полезно. Титан. Так, давайте заберем это яйцо. Титан лишним не будет никогда. Особенно сейчас. Блин, что так шумно? Шумит. Так. Непонятно. 30 секунд. Да уймись. О! Вот, я понял. Хорошо, то есть это можно как-то вот сделать там. Вот так вот, стоящим немножко, нет? Это можно сделать вот так.
Хорошо. Так и сделаем. Oxygen. Тихо. Welcome aboard, Captain. Так. Сделай мне еще замечательного кофейку пока. Так, делаем, да. Делаем стекло. Вообще немножко не про такой аквариум думал. Но пока что придется сделать такое, иначе я сдохну от жажды, по всей видимости. Надо ему пару найти. Это вопрос выживания, поэтому. Поэтому это надо сделать. Мне нужна вода, чтобы у меня была вода. А неплохо кофе мне закинул аж в мотылек. Хороший робот. Такое, чтобы у меня была вода, мне нужно, чтобы у меня были пузыри постоянно. Чтобы они были, нужно... Тихо. Путаю педали, как обычно. О, слышишь, отдай, пожалуйста. Отдай. Ну, отдай. Что ты такой? Это я заберу. Дай. Таскают тут это туда-сюда. Это, между прочим, собственность корпорации Альтера. Вам придется выплатить. Прекратите. Так, ладно, я сюда не дурачиться, на самом деле, приехал, а... Такой влажный удар. Жесть. Ладно, хорошо. Я сюда приплыл искать пузыря. На мотыльке, конечно, гораздо приятнее перебираться от места к месту. Стой. Все, больше не будет, видимо. Ладно, больше не надо. Короче говоря, о чем ты? Сейчас надо его закинуть. Надо его закинуть в аквариум и оставить их там размножаться. Тихо. Не будем крушить собственную базу. Припаркуемся. Я сейчас, наверное, как сделаю? Я отключусь и займусь всякой фигней, типа там, ну, строительство и прочей ерунды. Ну, потаскаю титан, все дела сделаю, а как придет время, плыть к Санбиму, я тогда обратно подключусь, и мы с вами уже посмотрим вместе, что это такое. Судя по тому, как идет время, это, наверное, займет минут 5, этот путь. То есть где-то за 5 часов мне нужно туда плыть, что-то вроде того. Так что не прощаюсь, еще увидимся. Так, хорошо. Я обнаружил, во-первых, что поплыл немножко раньше, чем надо бы было. Но это ладно, мне только что сообщили, что в регионе обнаружена массивная энергетическая сигнатура, которую нельзя опознать. Я насторожился и решил включить запись досрочно несколько. Тут рядом. В принципе, давайте доплывем, посмотрим, что там может быть там. Они же, по идее, на землю должны на какую-то сесть, правильно? Там, наверное, остров. Мне кажется, я там оставлю мотылек благополучно.
которого не так не все хорошо, как видите, уже с корпусом. Ух ты. Ёб твою... Что? Это за херня? В принципе, мне кажется, если влететь на него с ножом, то я справлюсь. Это что за... Ну, охереть, небезопасный регион. Воу! Вот это да. Так, все, припарковались, пошли. Еды, воды я не взял, и, похоже, я зря это сделал. Жесть какая. А, ну конечно. Конечно. Давайте просканируем. Ну, жесть какая. Так, ладно, это мы в следующий раз посмотрим с вами внимательно. О. Вижу что-то дорогое. Еще алмазы. Алмазы — это хорошо. Что за звуки? Это ПВО. Санбим не сядет. Aurora, survivor. We have your PDA signature. I don't know how you walked away from that wreck, let alone survive since then. But we'll be happy to bring you on board and hightail back to Federation space. Stand back. We're approaching the landing site now. Breaking atmosphere in 5. Ребята, не стоит. Серьезно, плохая идея. What is that? No, the red spike. Жесть. Просто жесть. Хорошо, ладно, теперь понятно, как упала Аврора по всей... Или нет? Блять. Санбим тупо развоплотил. Посмотрите на это говно. Слушайте, а я мог, интересно, его... Да нет, наверное, нет. Спасти. Блять. Наверное, нет. Это фигня, обратно изображать башню, я понял. Хорошо, итого, тут есть местные, они не особо дружелюбные. Это, в принципе, все, что мы пока что поняли. Вот, а на исследование этого места мы с вами отправимся уже в следующий раз, потому что... Потому что сейчас у меня нету ключа. Я надеюсь, что это он. Блин, привет. Ненавижу этих уродов. Ну ладно, мы тут бегать не будем. Я поплыл обратно, как вернусь сюда, начнем с вами новую серию. А пока что вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, я всему буду очень рад. Тыкните на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Увидимся. Пока.